На сегодняшний день в Пенсионный фонд с заявлением о вступлении в программу софинансирования обратились к нам 876 граждан нашего города. Из них 674 человека обратились лично, 130 человек подали свое заявление через организации, которые заключили с Пенсионным фондом соглашение о взаимном удостоверении подписей, и 35 человек направили свое заявление через своих работодателей. Если кто-то еще желает вступить в программу софинансирования, то возможно прийти либо к нам в Пенсионный фонд. Мы находимся в здании ТНГС, второй этаж, кабинет номер 5, отдел персучета. То есть прийти к нам с заявлением, либо обратиться в организацию, которая у нас соглашение заключено о взаимном удостоверении подписей. То есть, в частности, это можно обратиться через Сбербанк. Так, дальше через работодателя подать это заявление. И сейчас еще один путь появился. Это зарегистрироваться на портале Госуслуга и там подать заявление о вступлении в программу софинансирования.